выставки Ларисы Блохиной всегда вызывают бурю эмоций. Ее неожиданная манера отражения на холстах своего видения мира производит эффект яркой вспышки. И не знаешь, какая картина и в какой миг неожиданно увлечет тебя в свои глубины, чтобы надолго остаться в мыслях, создавая там свои новые сюжеты. Другие берега – это 14 картин, на которых можно увидеть впечатление Ларисы Блохиной от ее посещения европейских стран. Не надо искать название улицы или знакомую лестницу. На полотнах отражены чувства художника, тонко чувствующего ритм архитектурных ансамблей и познавшего природную красоту окружающего мира. Мальта. Она именно такая. Заблудившаяся в ярких лодочках отражение маленького, но гордого островного государства. Комментировать полотна Ларисы – то же самое, что перевести на нотный стол полет бабочки, собрать в кувшин туман или зачерпнуть рукой дождь. Но Лариса может показать дождь и может показать отраженные в воде столетия вечного итальянского города. Другие берега – это другие чувства и другие мысли влюбленного в этот мир человека, талантливого во всех своих действиях и неожиданного в творческих порывах.